И всем привет, дорогие друзья, меня зовут Шадиман, и добро пожаловать на просмотр данного видеоролика. И сегодня у нас будет наконец-то Skywars на Hypixel. Ух, наконец-то, действительно, я сам это, если честно, очень долго ждал, на самом деле, да-да. И, как вы знаете, на Skywars, да, наверное, уже и видели то, что появился какой-то лабораторий мод, в котором пока содержится 5 разновидностей Skywars, все это как-то запутано. И, в общем, сегодня в каждом из этих видов мы с вами постараемся затащить. Ну что ж, ребята, хватит медлить и поскорее переходим к видеоролику. Погнали! Ну что ж, друзья, первый сегодня у нас на очереди. Мы с вами, кстати, идем по порядку, да, все по порядочку. Так что первый у нас сегодня, можно сказать, зимний Skywars, в котором у нас вместо мечей и всего другого. Снежки, да-да, именно снежки. И мне это просто... Это очень интересно, на самом деле. Меня очень удивило то, что вместо каких-либо оружий у нас снежки, которые наносят дамаг. Только посмотрите, я сейчас кидаю снежки моего противника, и его коцает. То есть у него тратится хпшки, это... Блин, как же это необычно. Как же я хочу затащить поскорее, ладно. Лутаем сундучки. Так, берем с вами блоки, лопатку. Лопатка на эффективность 5, четко. И поскорее, давайте, я уже поскорее хочу уничтожить. Только посмотрите. Чувак, ты... Посмотри на себя, потому что у тебя вообще никакой брони нет. Ты зачем вообще со мной на самом деле сейчас перекидываешься? Я вообще не понимаю, потому что я тебя просто сейчас всего закидаю. Я тебя сейчас снеговика сделаю. Все отлично, кажется, снеговика мы с вами не сделали. Так, а того чувака мы с вами сможем скинуть? Эх, что-то я, по-моему, не попал в него. Так, отлично. А хотя нет, попали. Нет, ребята, с вами все-таки попали в него. А, привычка, извиняюсь, привычка, ребята. Схватился за лопату просто. По краю зрения, мне кажется, как будто бы это меч какой-то. Ой, еще один куда-то тут вылезает. Только посмотрите, какой у нас тут экшен разворачивается на центре. У меня же язык начинает заплетаться. Так, а этот убивает этого? Он его скинул, ладно. Так, с этим чуваком мы начали повыпачиться первыми, так что давайте мы его тоже закидаем. Так, у меня снаряды, к сожалению, кончаются, надо идти в инвентаре, у меня еще имеется какой-то запас снежков. Да, отлично, у нас еще достаточно много снежков. Да что ж такое-то? Откуда вы все тут вылезаете, ребята, а? Так, он и этого даже забил, ничего себе, он, по-моему, вообще лопатой по башке зарубил. Чувак, я тебя закидаю, я тебе серьезно говорю, закидаю, хотя... Фу, ребят, надеюсь, мы с вами... У нас, надеюсь, с вами все сейчас получится сделать. Так, он еще юзает хилку, а вот это на самом деле очень плохо. Для меня это на самом деле сейчас очень плохо. Но все-таки надеюсь, то, что у нас сейчас... А, отлично, есть, показалось, как будто бы слышал чьи-то шаги по снегу. А сейчас мне точно не показалось. Только посмотрите, прямо откуда чувак вылезает. Я не знаю, если честно, как он меня не увидел, хотя я, значит, на самом деле стоял справа от него. Так, его снежки меня плохо дамажат, потому что у меня все-таки алмазная броня, а у него, по сути, можно сказать... Железная, он падает. Великолепно. Отлично, вот еще. Даже эндерпёрл и хилочка. Идеально, ребята, идеально. Что еще нужно для того, чтобы скрасить на Skywars? Хилочка, эндерпёрл, хорошая броня, хорошее оружие. То есть снежки. А все это у нас сегодня с вами есть. А тем временем мы уже остаемся один на один, и я уже с нетерпением жду, когда мы с вами найдем этого чувака. Но на самом деле я его уже нашел, потому что... Видно, ему все-таки скин, и этого все-таки никак не скин, а вернее никнейм. И этого никак не скроешь. Ну что ж, давай, чувак, с тобой мы покидаемся. В броне у меня, конечно, преимущество есть. Так, что интересно сейчас будет делать? Так, здесь идти на самом деле достаточно опасно, потому что там уже находится пропасть. Он принимает решение просто залезать на второй этаж. Но проблема в том, что я сейчас. Если я сейчас буду залезать на второй этаж, он меня может просто с этой лестницы постоянно скидывать. И то есть позиция у него достаточно такая неплохая. Чувак, хватит уже, давай слезай, давай нормально с тобой поиграем в снежки. Вот. Ох ты, он спрыгнул. Ребят, давайте мы с вами его сейчас закидаем. Где лопата, тебя сейчас лопата. Ладно, лопата не получается и... Фух, есть, ребята, первая победа в первом мини-гейме. Отлично. Ну что ж, друзья, следующим на очереди у нас TNT-Варс. Да, именно так можно назвать этот... Подраздел Skywars, потому что здесь все-таки у нас TNT, и врагов мы сегодня будем... Вернее, сейчас, да, сейчас мы будем уничтожать врагов с помощью TNT-шек. Так, я уже немного поиграл. Вот, так что и действие динамитов я знаю, так что... Зачарованный динамит, мы сейчас попытаемся с вами с помощью него подлететь. Давайте я, наверное, сейчас попробую подпрыгнуть, потом его поставить, чтобы меня... Нет, не ТП шло назад, я думал, меня подкинет чуть выше, так, а... Что это такое вообще было, чувак? Ты что-то не то не используешь, видимо, он первый раз играет, и просто не знает, то что для того, чтобы здесь телепортироваться, здесь достаточно ведь просто зачарованный динамит. Так что еще пока все может измениться, но этот Skywars, он действительно достаточно необычный. Только посмотрите, как здесь все игроки летают. Так, чувак, а у тебя тоже, по-моему, да, у тебя каменный меч, давайте.
Вот так вот так побью, 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 немного побью и... Да что такое, что-то как-то он в конце долго... забивался, только смотрите, заглянешь направо, этот летит. Посмотришь налево, этот уже там что-то приземляется куда-то. Еще куда-то посмотришь, еще кто-то летит, короче, на тебя. Очень... А, есть, отлично, это идеально, короче, ребят, это очень круто, все, блин, это классно. Ну что ж, друзья, третьим на очереди, как вы уже могли догадаться, это Skywars, в котором будет достаточно много эндерпёрлов и точно так же много золотых яблок. Это просто, это очень необычно. Оно почему-то называется Rush, то есть штурм, в переводе с английского, если я, конечно, не ошибаюсь, если что, пожалуйста, поправьте меня. Вот, а, ух ты, ничего себе, ты откуда здесь появился, это как будто скример какой-то у меня вылез здесь. Чувак, ты вообще что творишь, блин? Все-таки записываем, а ты тут меня так пугаешь. Ладно, а Rush, он, мне кажется, называется все-таки, потому что у нас еще скорость, помимо того, что у нас много эндерперлов, у нас еще и достаточно большая скорость. Так, видите, у нас чувак здесь прилетел вот сюда, но он приземлился неудачно, и тем самым он просто за это поплатился. А сейчас мы лутаем с вами центральные сундуки, здесь, здесь просто много хорошей, достаточно неплохой зачарованной брони. А, интересно, мы сейчас полностью в алмазку с вами оденемся или нет? Так, а, есть, все, полностью оделись в зачарованную алмазку, ребята. Да, это уже не шуточки на самом деле. Мне кажется... Ой, это что такое? Этот Skywars, эта лаборатория, это просто реально, это... Не знаю, это дичь какая-то на самом деле творится на карте. Это... Нет, я не говорю то, что это неинтересно или это плохо как-то. Это очень интересно. Только посмотрите, играешь в TNT Wars, тут кто-то летает, что-то там взрывается, и хоп, перед тобой игрок вылез. Играешь, значит, Ender Wars, в этот Skywars... Вроде спокойно лутаешься, и хоп, у тебя перед лицом игрок просто откуда-то появляется. Это все очень интересно. Так, чувак, что-то Алекс у нас тут немного подзастрял. Давайте ей поможем вылезти, все отлично. Мы ей помогли. Чего нет, тут было хилочек. Как же, кстати, достаточно много еще хилочек. Интересно, только посмотрите. Он что, меня троллит или... Чувак, что ты делаешь вообще? Хватит, что ты делаешь? Прекрати, типа, все отлично, вот, наконец-то, мы с вами сейчас начнем ПВП, чувак, давай. 10, 7 хп, 3 хп. 3 хп ему у него остается, нет. Ладно. О! Все, начинаем. Все, отлично, мы начинаем ПВП с этим чуваком. Как видим, у него броня, кстати, не зачарована. Как у меня мало хп. Фух. Регенерация, спасибо тебе большое. И, ребята, у нас сейчас уже наконец-то начинается четвертый Skywars под названием Пол — это лава. И действительно, в этом Skywars пол у нас, можно сказать, действительно лава, потому что у нас под ногами просто все начинает трескаться. Вы посмотрите, даже... Нифига себе, даже сундук начинает трескаться. А, так, чувак, здорово. А, здорово тебе. Так, он начинает от нас убегать и... Так, эх, не могу бежать за тем. Так, чувак, ты перечислил меня? Окей. Так, отлично. Мне кажется, сейчас сгорит. А, отлично, да, действительно, он загорел. Так, посмотрите на это. Так, я написано, кого-то убил сейчас двоих. А, то есть я убил все-таки этого Стива, да? Ладно, окей, отлично. И два человека осталось. Только осталось найти этого последнего человека. Так, посмотрите, он что-то там заливает все водой. Видимо, в этой воде он хочет спастись. Ой-ой-ой, хотел закидать его, а в итоге получилось так, что я закидал даже и себя. Так, ух ты, смотрите, он тоже меня кидается, чувак, что ты... Победа. Что это вообще как? Что это сейчас было? Фух, ребят, ну что я могу сказать? На самом деле, записываю, в общем, этот цветной Skywars уже час точно. Потому что все мини-геймы, которые мы сегодня с вами записывали, я... с первой, со второй победы все записал. А вот этот цветной, я честно, я... Мне уже... Он надоел. И этот цветной Skywars я уже ненавижу. Просто его ненавижу, реально. Я его очень уже долго пытаюсь записать, и... Что-то вообще никак, короче, не получается, ребят. Все отлично, ребят, мы с вами уже сейчас на центре. Вы даже не представляете, как же я хочу уже поскорее затащить. Так, красный, у меня штаны сейчас красного цвета, ботинки желтые, так, он постоянно меняет цвет. Что ж такое-то, он постоянно, по-моему, ест эту рыбешку и тем самым меняет себе цвет. Так, чувак, ты меня не скинешь. Нет, я уже, как же мне надоел этот цветной Skywars. Так, давайте яйцами немного покидаемся. А, мне кажется, надо немного отступать. А, нет, подождите, у меня броня полностью целая, ничего себе. Значит, не отступать, только вперед, ребята. Только вперед к победе, давайте снимем ему нагрудник. Отлично, нагрудник мы сняли, скинули. А, 1-1, возьмем с ним 1-1.
Да, отлично, мы заём с вами один на один. Так, бирюзовый, красный. Цвет у него уже красный, желтый. Уже желтый. Да что такое, чувак, как-то... Есть, ребята. Фух, наконец-то. Наконец-то. Фух, ну что ж, мои дорогие друзья, вот, в общем-то, вот такой у нас сегодня получился SkyWars. Как же меня задолбал этот... Color SkyWars. Очень долго, короче, на него шло времени, но все-таки SkyWars это достаточно интересный. И, ребята, надеюсь, вам это видео все-таки понравилось. Ну, а на этом я, наверное, буду заканчивать, ребята. Большое спасибо, то, что посмотрели это видео. Всем удачи, хорошего настроения, ребята, и всем пока.